Лифт устанавливают 2 года, а крышу, которую сняли в мае, ремонтируют до сих пор. Это то, с чем столкнулись жители домов, у которых начался капитальный ремонт. В Краснодарском крае таких случаев немало. Выяснять причины затянувшегося исполнения программы решили в Армавире. Здесь состоялся круглый стол с участием депутата Государственной Думы Натальи Костенко. Во-первых, надо делать что-то более тщательно, планировать работы, потому что, ну, второй момент, выстраивать нормальную систему контроля, да, вот если говорить о Кропоткине, значит, у людей крышу сняли в мае, значит, в мае все протекло, затопило 11 квартир, и за лето никто не проследил, чтобы они сделали эту крышу. Член Общероссийского народного фронта предложила активнее налаживать общение с жильцами и усиливать контроль, чтобы вовремя выявлять проблемы, а также предъявлять претензии за срыв работ. В таких случаях подрядчики нередко обвиняют поставщиков оборудования и материалов, в частности лифтового оборудования. Но больше всего вопросов вызывает количество работ, которые нужно выполнять. У нас 185-й, если есть программа 16-го, 17-го, все это реализуется в один год. Соответственно, это большой вал домов, большой вал видов работ, большой вал финансовый, да. А то количество подрядчиков, которые у нас существуют на территории края, либо там по зонам, по муниципалитетам, конечно, это не соответствует тому объему, который необходимо иметь. Сергей Машногорский предложил дать возможность войти в реестр малому и среднему бизнесу, который может восполнить недостаток подрядчиков. Проблемой, по мнению специалистов фонда, остается и собираемость взносов. По новым правилам, дома даже с 50% оплаты могут начать ремонтировать в первую очередь из-за состояния фасада, крыши и других показателей. Мы формировали отбор домов, основным критерием являлся уровень собираемости. На сегодняшний день коэффициент нуждаемости. То есть, да, те дома, которые больше платят, и включить на этот период нет возможности. Да. Там, где уровень собираемости низкий, это проблемные дома на сегодняшний день. Да. И вот с ними вопрос возникает. Они стоят первые. Вернуть критерий собираемости для определения места дома в общей очереди предложил Александр Варваровский. Но основную работу над ошибками, по мнению Натальи Костенко, нужно провести в планировании. Проблема не в деньгах, не в людях, потому что люди деньги собирают, значит, сдают их. Значит, проблема, мы видим, в планировании работ. Если у нас нет рук, которые могут такой объем работ сделать, тогда нужно планировать какие-то другие работы. И в качестве работы подрядчиков. Причем проблема именно в том, что нет коммуникации между рекоператором и населением, и управляющими компаниями. Нередко не учитываются и погодные условия. Если в прошлом году удалось запустить реализацию программы, то главной задачей на 2018-й участники встречи определили улучшение качества работ. Инна Лепеткина, Артур Карджанян, служба информации телеканала РНТВ «Армавир».